Привет, ребята! Настал тот самый день, когда мы решили снять обзор на крутой мотоцикл, как я считаю, Regulmoto T-Leopard 300. Самое интересное в этом мотоцикле – силовая установка, то есть двигатель. Это 174 мм, 300-ка. Здесь самое примечательное не то, что это шестиступенчатая коробка передач. То, чего так, как нам кажется, не хватает на наших Авантисах, на которых тоже установлен двигатель 174 мм, но имеет всего лишь 5 ступеней передач, зато имеет кикстартер. Нужен ли кикстартер этому мотоциклу? Это ответ очевиден, не нужен абсолютно точно. Нужен ли кикстартер эндурику? Это вопрос. Итак, с вами снова канал Димас ТТР Лайф. Я его ведущий Диман Борода, соведущий оператор Диман Без Бороды. Добрый день, дорогие друзья! И вот так вот, без лишь, лаконично мы представились перед вами. Кому нравится наше приветствие, ставьте лайки. Кому не нравится, ничего не ставьте. Но пишите комментарии, потому что мы дорожим буквально каждому из них. Сегодня речь пойдет о дорожном мотоцикле, который создан именно для того, чтобы покорять городскую среду. У него очень дерзкий дизайн, у него очень правильная геометрия, достойный для города вес и крутая маневренность. Но особая изюминка данного мотоцикла – передние тормоза. Здесь нет ABS, нет системы комби-брейк, зато здесь есть офигенный двухдисковый передний тормоза. Сегодня мы не будем прям сильно углубляться в техническую часть мотоцикла, а кому очень интересны цифры, смотрите вот сюда, в этот угол экрана, и вы все узнаете сами. Поставьте на паузу. Ну а теперь обо всем поподробнее. Начнем с задней оси. Давайте в целом посмотрим на дизайн задней части мотоцикла. Будем рассматривать сегодня фрагментарно. Что вы хотели бы видеть на дорожном мотоцикле? Причем это у нас Naked. То есть мотоцикл создан для покорения городской среды с минимумом пластика, с высоким рулем и с небольшими габаритами. Он способен выдавать вам прекрасную динамику как минимум до 110 км/ч. Ну а то, что будет дальше, уже не особо важно, потому что в городе, если вы не безбашенный чувак, гонять вы вряд ли будете. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Массивный глушитель, имеет две вот таких вот флейточки. Звук, кстати, очень интересен. Он басист, но не надоедлив. Колесо у нас рассчитано на то, чтобы вы могли закладывать крутые виражи. Оно должно держать боковые нагрузки. Производитель колеса – компания Timsan. Размерность 130 на 70. Речь идет о колесах диаметром 17 дюймов. И, конечно же, само колесо здесь литое. Тормозной диск невнушительных размеров. А вот тормозная машинка однопоршневая. Колодочки стоят здесь очень знакомые. Где-то вы уже видели, они сделаны в стиле Gold. Но зато торможение свою функцию выполняет, в общем-то, достаточно хорошо. Потому что вес мотоцикла составляет по техническим данным производителя 134 кг. Форма маятника здесь тоже необычная. Я такую, конечно же, не видел ранее нигде. Нельзя назвать ее убогой. Она не выполнена из профильной квадратной трубы, как это делается на бюджетных мотоциклах. Форма очень интересная. Прогрессии здесь, конечно же, и нет, и быть не должно. Моноамортизатор, который, как мне показалось, справляется со своей функцией на ура. Подвеску ватной назвать нельзя. Она такая сбитенькая, жесткая. Видимо, это сделано для того, чтобы управляемость была на достойном уровне. Хвост мотоцикла, заднее оперение, либо кронштейн номера, как все это по-разному называют, выполнено прикольно. Есть вот такие аэродинамические полочки, которые замудрились и сделали производители. Смотрится огонь. Не знаю, с какого мотика это скопировано, напишите в комментариях, но то, что здесь это установлено и смотрится довольно-таки клево, это факт. Подсветка заднего номера. Есть отдельный белый сегмент, который способен освещать ваш номерок. У нас его, к сожалению, не будет, потому что на учет данного мотоцикла мы стоять не собираемся. После тест-драйва он попадает в магазин на продажу. Кто хочет купить данный мотоцикл после тест-драйва по выгодной цене, обращайтесь к нам, либо обращайтесь в магазин АМС город Новосибирск, контакты оставим под роликом. Данную конструкцию украшает изюминка в виде вот такого катафотика. Не знаю, насколько долго он у вас прослужит. Специально для вас я делаю вот такой анбоксинг, чтобы вы оценили красоту данного девайса. Что скрывает под самым хвостом? Отдельный разговор. Здесь находится стоп-сигнал, он же и габарит.
Выглядит, ну, просто бомбически. Смотрится обалденно, современно, аэродинамично. И, пожалуй, я тоже восхищен этим участком мотоцикла. Но мы продолжаем и подбираемся к более интересным техническим моментам. Ведущая звезда. Обратите внимание на ее размер. Такого на эндуро вы не увидите, потому что такого быть на эндуро не должно. 35 зубов мы насчитали здесь, C520, бессальниковая. Передняя у нас 13, ношение 13-35. И такое соотношение обеспечивает очень интересные характеристики. Дело в том, что мотор 174 mm обладает очень хорошей полкой момента на низких оборотах. Очень круто мотоцикл едет на низах. И ставить сюда звезду в 40 зубов я бы крайне рекомендовал, потому что вы потеряете самое классное – динамику и максималку. То, что подкрылок и защита цепи выполнена одной монолитной деталью, выглядит круто, потому что это убережет ее от разламывания, от лишних вибраций, шумов. Натяжитель цепи выглядит вот таким образом. Сказать, что он плох или хороший, не могу, но, видимо, со своей функцией он справляется. Подножки заднего пассажира. Посмотрите на их дизайн. Выглядит прикольно, с ограничителем, чтобы не запихали ни в коем случае свою ногу в заднее колесо. Они литые. Сама рама имеет трубчатую конструкцию, бугель металлический. Ну а далее мы немножко поднимаем наш взгляд наверх и посмотрим, что же находится у нас в районе сидения. И здесь мы видим одну особенность, появившуюся на модели 22 года. Это вот такой небольшой нарост. И сделано это только для того, чтобы вы могли разместить здесь, ну, видимо, какой-то небольших размеров компактный кофр. Я предлагаю всем оценить задний вид мотоцикла, посмотреть на него со стороны и еще раз поразмышлять, круто или не круто. Обязательно пишите ответ в комментариях, совпадает ли ваше мнение с нашим, очень интересно знать. Ну а мы плавно перемещаемся к передней части мотоцикла для того, чтобы узнать, что же скрывается там. Мы оказались у передней части мотоцикла, и здесь скрывается немало интересного. Подвеска мотоцикла включает в себя заднюю и переднюю часть. Спереди у нас стоят ломы длиной 940 мм. Рабочий ход небольшой, в отличие от эндурика, но с другой стороны, если учитывать условия езды, то слишком большой вам и не нужно. Главное, чтобы вилка была рабочая, и она работает. Давайте рассмотрим самую главную изюминку мотоцикла. Это его передние тормоза. Тормозной диск дичайших размеров. Получается, с обоих сторон установлены двухпоршневые тормоза. Итак, всего 4 поршня на переднюю ось. Мотоцикл тормозит очень дозированно, без всякой АБС, и позволяет даже на мокром асфальте плавненько одним пальцем дозировать тормозное усилие. Переднее колесо тоже литое. Размерность покрышки 110 на 70, диаметр 17. Данное колесо имеет индекс 54, а не 62, в отличие от заднего колеса. Индекс H подсказывает нам, что максимальная скорость, которую можно развивать на этом мотоцикле, 210 км в час. Способен ли на такой мотоцикл, мы не знаем, но нам это покажет тест-драйв. Сегодня мы обязательно выкрутим гашетку на полную. Мотоцикл прошел уже небольшую обкаточку, поэтому мы сможем себе сегодня это позволить. Тормозные машинки работают в паре. Они соединяются вот этим вот тормозным шлангом. Далее магистраль поднимается наверх и уходит в рычаг переднего тормоза. Переднее крыло. Окрасочка здесь класс. Просто металлик на солнышке. Сейчас как раз погоду мы подгадали. Просто горит огнем. Над передним крылом мы видим вот такой вот синий клюв. При сборке даже мы гадали, от чего же он, куда его ставить. Кстати, можете посмотреть ролик про сборку. Он был на этом же канале, но чуть ранее. Было очень интересно. Мы осматривали буквально каждый элемент и рассуждали по поводу него. Итак, передний клюв. Я думаю, что это угода дизайнеров. Видимо, какая-то аналогия с мотоциклами BMW, но это не точно. Кстати, ребят, кто может подсказать, от чего же вот эта фара? Мы знаем, что китайцы любят копировать, и она явно от чего-то. Пишите в комментариях, мы с интересом узнаем об этом. И вот мы предлагаем вам совершить экскурсию, поднимаясь вверх к рулевому управлению, осмотреть сами органы и, конечно же, непосредственно руль. Многие в комментариях написали под роликом про сборку данного мотоцикла, что хотели бы видеть подобный руль у себя на эндурике. И это абсолютно обосновано. Все дело в том, что руль высокий. Это городской мотоцикл, вертикальная посадка. Этот руль сделан для того, чтобы вы сидели, держали руки высоко, и вам было удобно маневрировать в городском потоке. Руль имеет переменное сечение, средняя часть 28 мм, и именно она зажата вот в эти фрезерованные кронштейны. Сами траверсы литые. На левой стороне руля у нас есть массивный блок, на котором располагается управление обогатителем топлива для холодного запуска. Заветная кнопка для того, чтобы вас пропускали в потоке, ну, активация дальнего света, мы так называем это. Переключалка дальнего света на ближний, ну и это указатель поворотов. И, наконец-таки, в самом низу вы находите клавишу, активирующую клаксон. Сцепление. Рычаг выглядит очень гигантский, он массивен по-настоящему, но благодаря этому, возможно, мне удается прожимать его одним пальцем. Край руля увенчал вот такой вот балансир, который выполняет свою определенную функцию. Просмотрите степень проработки. Вообще, обратите внимание на качество данного мотоцикла. Здесь все выглядит самодостаточным, здесь нет ничего лишнего, и в то же время выполнено все качество, что мне лично очень нравится. С правой стороны руля находится управление двигателем в основном.
Также включение-выключение света. Кнопку двигстоп я знаю, что вы все видели на других мотоциклах. Габариты и свет фары, а ближний и дальний будете выбирать на левом пульте. Ну и заветная кнопка двигстарта находится в самом низу. Грипсы здесь не дубовые, они мягонькие и они приятные на ощупь. Рычаг тормоза тоже не маленький. Тормоз, как я уже сказал, прожимается буквально одним пальцем. Буквально легкое нажатие уже заметно снижает скорость вашего мотоцикла. Тормозная машинка здесь просто гигантская. На эндуро такого я не встречал. Но это объясняется тем, что здесь целых 4 поршня, которых нужно шевелить. И целых 2 тормозных диска. Итак, панель приборов. Самая вкусная, самая красивая, которую я, пожалуй, не видел ни на одном эндурике. Но здесь она представлена и выглядит очень зачетно. Происходит активация. Кому интересно посмотреть, как выглядит панель приборов в темном помещении, смотрите вот здесь, мы вам специально продемонстрируем. Левая часть панели приборов представлена шкалой спидометра. Шкала дублируется как в милях, так и в километрах в час. С правой стороной все поинтереснее. Здесь жидкокристаллический дисплей, в котором спрятана куча-куча информации. Шкала тахометра находится в верхней части, имеется одометр, имеются часы, чего так не хватает при длительных покатушках. Ну а здесь у нас находится индикатор топлива в баке. Эти две кнопочки созданы для того, чтобы обнулять суточный пробег, а также корректировать и подводить часы на данной панели. Что же касается верхней строчки. Ну, во-первых, тут у нас есть указатель поворотов, индикатор дальнего света. Сама фара головного света вооружена галогенной лампой, зато имеются светодиодные ДХО, а также поворотники тоже светодиодные, что делает заметным вас в любое время суток. Ну а теперь, внимание, настало время самого интересного, то, из-за чего мы взяли этот мотоцикл на обзор и сборку. Дело в том, что действует двигатель 174 МН, и нам было очень интересно посмотреть, как же он работает. Пускай это не эндуро, но в принципе алгоритм работы мы должны понять именно сегодня, во время тест-драйва. Двигатель этот шестиступенчатый. Производитель — завод Синке, маркировка двигателя 178 МН, причем мощность двигателя, которую указывает производитель в технических характеристиках, составляет 28 лошадиных сил. Тут вы не найдете рычага кикстартера, потому что городскому мотоциклу он абсолютно не нужен. Если, ребят, кто-то из вас проводил эксперименты и устанавливал валы шестиступенчатой коробки передач в двигатель 174 МН с пятиступенчатой коробкой передач, расскажите об этом обязательно в комментариях, нам очень интересен этот момент. Мотор обладает приличной эластичностью. Это означает, что даже на шестой передаче вы можете спокойно разгоняться 60 км в час до максималки. И эти низы мотор способен переваривать и вывозить. Кто-то говорит, что сцепление двигателя 174 МН невозможно слабое, что оно буквально сгорает при первой покатушке, и мотоциклы не могут ехать ни в какие подъемы. Ребята, это полная чушь. Мотоциклы, если их специально не насиловать и не эксплуатировать мотоцикл не по назначению, способны переваривать 100 моточасов, после чего только сцепление, возможно, будет приходить в негодность. Диски на данный мотоцикл, комплект дисков, стоит в розницу примерно 500 рублей. Что позволить может себе любой мотоциклист, даже с небольшим доходом. И нытье в сравнении этого двигателя с 177 мотором я не разделяю, потому что купили комплект дисков и забыли. Замена сцепления в полевых условиях занимает 30 минут времени. Кто-то из вас уже умудрился поблагодарить нас за хороший обзор, посмотрев ролик про сборку мотоцикла. Тогда я подмечал раз за три, что это нифига не обзор. Обзор у нас будет позже на канале, это была всего лишь сборка. Но тем не менее, спасибо, ребята, за просмотр. Спасибо за то, что живо участвуете в комментариях, в обсуждениях и ставите лайки к нашим видео. Продолжайте это делать, это помогает продвижению наших роликов. Обзор у нас именно сегодня. И именно сегодня мы детально рассматриваем, разговариваем буквально про каждый участок данного мотоцикла. Двигатель 174 МН с правой стороны версии 6 МКПП выглядит именно вот так. Имеется смотровое окно, раскрывающее вам секрет о наличии масла в картере. Имеется щуп, который дублирует эту функцию. Через него же заливается масло. На данном мотоцикле есть помпа. Скрывается она вот здесь. А вот под этой крышечкой прячется тот самый масляный фильтр тонкой очистки. Он на себя собирает самый мельчайший мусор и выработку с вашей коробки передач, в том числе отработку фрикционных дисков. Этот двигатель одноцилиндровый, для тех, кто ни разу его еще не видел. А это значит, что он обладает небольшой вибрацией. Несмотря на то, что передняя часть имеет отливку с балансированным валом, полностью вибрации данный двигатель, конечно, не лишен, но это болезнь всех одностволок. У тех, кто силен в технических вопросах, наверняка задал вопрос, что за карбюратор здесь стоит. Это мембранный карбюратор с диффузором 3-4 мм, и этот карб справляется с всеми своими функциями и обеспечивает двигателю хорошую экономичность в размере 3-3,5 литров на сотню.
Разбирать мы данный карбюратор сегодня не будем, показывать его потрошки тоже, и настраивать тоже не придется, потому что все работает. Ребята, для тех, кто пишет гениальные комментарии, я сейчас о тех дегенератах, которые думают, что все в этом мире только продается, я скажу сразу, нам не платили деньги за этот обзор, ни миллион долларов, ни меньше. Мы говорим сейчас все от чистого сердца, именно то, что мы увидели и узнали про этот мотоцикл сами. Впереди еще у нас тест-драйв, мы прокатимся по трассе, которая располагается сверху от нас. Но я думаю, что вы узнаете сегодня максимальный концентрат нашего отношения к этой технике. А сейчас поговорим про внешний вид. Вообще, я не топлю за Китай. Я знаю, что есть более качественные японцы, качественные европейцы. Я сейчас говорю про дорожную технику, раз сегодня у нас дорожный формат. Но китайцы заняли ту нишу, с которой уже невозможно считаться. Все дело в цене. Европейский мотоцикл будет стоить 1-2-3 миллиона, американский в том числе. Японский теперь уже тоже меньше миллиона, вряд ли найдешь нормальный. А китайцы пока еще позволяют нам покупать мотоциклы за относительно небольшие деньги, несмотря на изменения, которые произошли сейчас в мире. И внешний вид мотоцикла стоит дорого. Качество мотоцикла здесь, качество пластика, качество покраски бензобака, качество обивки сиденья, качество всего в совокупности здесь говорит о том, что это не дешевка. Смотрится он отлично и зачетно. Мы взяли специально мотоцикл на водянке, взяли не самый дешевый мотоцикл. Есть мотоцикл Allen Monster, кстати, тоже у компании Regal Moto. Стоит он в районе 350 тысяч. Он более технологичный, более крутой. Там стоит другой мотор. Но сегодня мы про него разговаривать не будем. Но если вы все-таки являетесь поклонником техники подобного класса и хотите увидеть обзор именно на Allen Monster, мы можем для вас это устроить. Одна из изюминок данного мотоцикла – это, конечно же, медиаустройство, которое вы не увидите нифига на мотоциклах подобного класса других производителей. Находится оно вот здесь, на передней части бензобака. И как она работает, мы сейчас с вами вместе посмотрим и послушаем. Для того, чтобы его активировать, необходимо повернуть ключ зажигания, либо запустить ваш двигатель. ЖК экошечка покажет, что делать. А мы включаем сегодня функцию BT. Это означает, что мы готовы к подключению через Bluetooth. К примеру, вашему смартфону. Но если вы желаете слушать любимую музыку без участия ваших гаджетов, вам придется открыть сиденье, которое здесь, конечно же, снимается, достать вот такую коробочку, либо без нее обнаружить, что у вас лежит фирменная флешка от компании Synke, вставляется она вот в этот слот USB, и далее через него вы можете слушать ту самую музыку, которую заранее заготовить для этого. Ну и включим какую-нибудь музычку на тест. Как-то так, ребята, можно потанцевать прямо возле мотока. Звук, конечно, не сказать, что офигенно басовый, пожалуй, похож на какую-то дешевую китайскую колонку, но создать ощущение праздника вокруг себя вы все-таки сможете и поколбаться своей любимой подругой, которую привезли на этом небольшом компактном сидении. Подруги сегодня у нас нет, поколбасимся вдвоем. Нормально, тусняк. Ну, после такой музыкальной паузы нам пора вернуться все-таки к мотоциклу и поговорить об его внешнем виде и эргономике. Ну, давайте совместим полезное с приятным. Позволю себе наконец-таки присесть на камеру на данный мотоцикл. Рост мой 1,70 м, вес в сытый год составляет в районе 80 килограммов. Ну, во-первых, сидеть мне, как видите, здесь удобно, сиденье невысокое, это вам не эндуро. Обоими ногами я касаюсь поверхности земли, но так и должно быть, в общем-то, у любого городского мотоцикла. Посадка, как я и говорил, должна быть прямая, потому что это мотоцикл для городской среды, это не спортбайк ни в коем случае. И держаться руками со своим ростом и с моей длиной рук мне, конечно же, за этот руль очень удобно. Есть возможность его отодвинуть чуть от себя, пододвинуть чуть ближе к себе при желании. Зеркала приличной площади захватывают обзор позади меня, я прилично все вижу, и, в общем-то, я думаю, что зеркал более масштабных, чем те, которые установлены здесь, абсолютно не нужно. Приборка читается превосходно, информативность класс. Внешний вид здесь кричащий, ребят, в потоке, скажу честно, я уже прокатился, замечают, смотрят с интересом и уступают дорогу, что происходит не всегда, особенно когда едешь на мопеде Альфа. Давайте посмотрим, как же я буду воздействовать на подвески данного мотоцикла своим весом. Работа вилки выглядит примерно вот так. Продавить ее до отбоя, как вы видите, не получается. А амортизатор легко принимает мой вес. Дорожный мотоцикл Naked. Он сделан именно таким, какой он есть, для того, чтобы он был комфортен, удобен и примечателен именно для города. Здесь не будет максималки в 200, здесь не нужен массивный обтекатель, который будет отводить поток воздуха от вашего шлема и вашего тела. Здесь не нужно многообразие пластика в случае падения, который вы происходит. Вам будет меньше ремонта с данным мотоциклом. И здесь установлена двойная подставка. Есть боковая, что позволяет вам быстренько разместить мотоцикл на ней, но также для сервиса, для более надежной постановки мотоцикла на каких-то неровных или, может быть, каких-то мягких грунтах, есть центральная подставка,
Установка на нее не вызывает озабоченности, нужно просто надавить вот на этот выступающий элемент в качестве рычага, и он устанавливается у вас на центральную подножку, причем стоит максимально уверенно. Здесь можно обслужить цепь, здесь можно оставить его на парковке, в надежде на то, что никакой балбес его не уронит. Я хотел бы заметить один, ну, возможно, прискорбный факт. Выглядит она сбоку крайне убого. И все, что бы я сделал с этим мотоциклом, если бы он оказался бы моим, я бы все-таки снял ее отсюда, потому что со стороны, увы, это выглядит не очень круто. Ну а также вот в такой момент, когда вы будете проходить повороты, крайне низко, есть вероятность зацепиться за что-либо этой самой подставкой. Ну, поэтому, ребят, конечно, это мое субъективное мнение. Я вот размышляю именно так. Возможно, я ошибаюсь. Пишите в комментариях, те, у кого есть подобный мотоцикл, а может именно такой, пишите свое отношение и свои мысли по этому поводу. Ну, а теперь мы немножечко покатаемся по этой площадке. Кстати, здесь ее облюбовали дрифтеры, судя по количеству черных следов на этом асфальте. Ну, я думаю, что и нам тут местечко найдется. Шлем я сейчас не одеваю, мы потихонечку покатаемся. Я покажу маневренность данного мотоцикла. Вы посмотрите, как пропорционально я на нем смотрюсь. А далее мы перемещаемся на трассу и посмотрим на его скоростные характеристики, на ускорение, на торможение и на прочее, прочее, прочее. Оставайтесь с нами. Руль офигенно удобный, рулить реально удобно. Я чувствую, что мотоцикл прям, ну, невесомый, он легче, чем моя Ява 82 года. Ну а то, что касается динамики, то проблем с этим, ну, явно никаких нет. Торможение супер, блин, вот передние тормоза такие бы мне иметь на моем мопеде Альфа. Ну, хотя вру, там тормоза тоже для его веса неплохие. Очень дозированно можно контролировать. Ну а в паре с задними торможение, ну просто, просто супер. Но тем не менее, это реально то, что я сейчас чувствую. Ну это примерно то, что я хотел показать вам сейчас, рассказать. Дело в том, что если вы хотите увидеть более качественный тест-драйв, а именно скоростной, для того, чтобы узнать повадки мотоцикла на скорости и непосредственно на дорожном полотне, нам придется немножко экипироваться и проехать на трассу. Начинаем тест на ускорение, на управляемость, на торможение. В реальных условиях среди пролетающих мимо машин хотелось бы дорогу посвободнее, но сегодня у нас рабочий день, трафик загруженный. Ну давайте, значит, надеюсь, что приборочку будет вам видно, обороты на тахометре будет вам тоже видно.
передача номер 4, скорость 70 км в час, оборотов у нас, надеюсь, вам видно. Все, начинаем потихонечку разгончик. Ветер, конечно, чумовой, дорога у нас тут, конечно же, неровная, сижу удобненько. Ветер, конечно, сдувает, потому что ветровика нет. Я чувствую, что набегающий поток хлещет мне в лоб. Но наша скорость в районе сотни, поэтому пока что этот поток переварить вполне можно. Посадочка удобная, руки слегка по кроссовому согнул. Тело чуть вперед, потому что, ну, поток воздуха мне делать это просто принуждает. Посадочка классная, мотоцикл слушается. Веска жесткая, но я не чувствую, что это фатально. Сейчас впереди у нас будут неровности, посмотрим, как отработает подвеска. Ну, для трассы больше, чем достаточно. Я еду на 6 передаче, скорость сотня. Обороты, надеюсь, вы видите на шкале спидометра. Немножечко пытаемся открутить ручку газа, мы едем в горку. В горку 120 достигаем очень легко. Сейчас разменемся с этими вот грузовиками. Я думаю, тесты наши будут продолжаться. Очень сильный ветер на встречку. Ребят, ну все, как-то так. Хочу сказать, что в кроссовом шлеме, даже без козырька, кататься по трассе не думайте. Ветер настолько сильный, что пытается сорвать шлем наверх. В общем, по управляемости. Мотоцикл держится на дороге превосходно. Подвеска отрабатывает. На стыках дорожного полотна меня не подбрасывает. Но хотелось бы, чтобы все-таки был какой-то ветровик. Но эта история совсем уже про другой мотоцикл, который будет для туризма, для путешествий по трассам, автобанам. Это городской мотоцикл. И то, что мы сейчас с ним делаем, в принципе, делать не обязательно. Все ощущения у меня положительные. Еще раз хотел бы сказать, что подставка здесь, казалось бы, не нужна, потому что при закладывании виражей все-таки есть риск зацепить и дорожное полотно, либо бордюр. Тормоза отменные, тормозит он очень быстро и четко по динамике. Максималка, которую сегодня мы смогли получить против жесткого ветра, а он именно у нас прям в лобаш, мне удалось разогнать около 130 км в час по приборной панели мотоцикла. Фактически, мотоцикл разгоняется до этой же скорости на 5-й передаче. Фактически. Поэтому у него есть задел. Если ветра не будет, если вы пригнетесь и ляжете на руль, то, скорее всего, скоростные показатели будут выше. Но плюс ко всему, мотор недостаточно обкатан. Он наберет свою мощность чуть позже. Пожалуй, это все, что я хотел вам сегодня сказать про динамические качества мотоцикла. По эргономике и внешнему виду мы с вами уже поговорили. Наши тесты с машинами не очень показательны, потому что все-таки это машина, а мы мотоцикл. И мотоцикл городской, который по трассе ходить, в общем-то, и не должен. По-хорошему, это мотоцикл для городской среды. В городе динамики будет больше, чем достаточно, и максималка до 140 км в час в городе совсем не важна. Сейчас мы проведем более реальные тесты, и поэтому мы решили подготовить небольшой сюрприз для этого мотоцикла.
Сегодня мы будем состязаться не только с автомобилями на трассе, и с этим вот Авантисом А7 люкс, который обладает мотором таким же точно, 174 МН, но скоростей у него 5. Звезды установлены на сегодня стоковые 13-43. На мотоцикле, тестируемом сегодня от компании RegulMoto, установлены звезды 13-35. Сейчас мы будем стартовать по разным типам покрытия. Я стартую, соответственно, по асфальту. Ну а Дмитрий будет у нас гонять сегодня по обочине. И мы посмотрим, какой же мотоцикл у нас будет первым. Ускоряемся до 100-110 км в час и оценим просто динамику данных двигателей. Почему это происходит? Потому что есть мнение, что коробка передач 6 МКПП на 174 моторе имеет более сближенные передачи. И по факту первая от 6 это то же самое, что первая от 5 на 5 ступенчатой. Это очень важно понять. Хочу сконцентрировать ваше внимание на одном моменте. Так как у нас мотоциклы на разной резине и на разном типе покрытия, данные тесты нельзя считать эталонными, возможно, показатели будут некорректными. Поэтому наше мнение, как всегда, субъективное. Будем оценивать и обсуждать свои эмоции после тест-драйва и, надеюсь, придем к какому-то общему знаменателю. Итак, я предлагаю начать, а вы оставайтесь в своих экранах и смотрите наше видео. Чё, здесь будешь стартовать? Охватит. Чё? Хватает зацепа, меня швыряет жопу. А когда я уже еду сотку, а мне страшно сидеть. С асфальта стартуем, сейчас он взлетит. Это не хватает зацепа. Я еще раз говорю, он сливает мощность всё. Остался еще один тест на эластичность хода. Поэтому сейчас мы начинаем со скорости 50 км в час. Вот так. И включаем сразу шестую. И смотрим. Шестая передача. Скорость 60. 70. Начинается уверенный разгон. Это говорит о том, что уже шестой передачи мотор способен двигаться. Не скажу, что ему сильно комфортно, 3500 оборотов, 60 он едет на 6 передаче. Это нормально, потому что мотор этот низовой. Сейчас, пользуясь случаем, я попробую по обочине и по траве прокатиться, ну и расскажу, что чувствую. Так, подвески здесь, скажу сразу. Ой-ой-ой, по щебню ездить лучше не надо на такой резине. Подвески здесь, большие ямы не переварят, а колеса совсем не держат щебень, поэтому я все-таки прекращаю испытания по щебню и попробую прокатиться вот просто по земле с травой. Так, ну что, немножко эндуро, да? Наверняка нас смотрят эндуристы и сейчас ждут какого-то экшена. Попробуем. Ой-ой-ой. Не, ребят, если вы думаете взять такой мотоцикл и использовать его как Dual Sport, я вас сразу этого отговариваю. Вариант не очень хороший.
Ну что, наши тесты подошли к концу. Вы, надеюсь, посмотрели, вам очень понравилось. Мы сегодня угрохали целый день на то, чтобы показать вам все как есть. Без преувеличения скажу, мотоцикл мне понравился. Если рассматривать его как вариант для передвижения по городу, этого больше, чем будет достаточно. Мотоцикл для новичка, мотоцикл для девушки. Для продвинутого байкера, возможно, это будет скучновато. Однако динамика со светофора будет вполне достойна. И, скорее всего, вы будете в потоке держаться очень уверенно. Что касается управляемости, мне все понравилось. Геометрия рамы правильная, наклон рулевой колонки тоже верен. Мотоцикл очень острый, рулежки поддаются классно. Но, возможно, это еще заслуга правильной резины. И что хочу сказать по посадке. Вы наверняка видели, что мой рост 1,70 м. В предыдущих роликах я об этом неоднократно говорил. Вес 80 кг. И что касается лично меня, то посадка на данном мотоцикле очень хороша для меня. Ногами я достаю, сиденье широкое, мягкое. Единственное, что мы сегодня не сделали, кстати, мы никого не прокатили. Но девушек среди нас красивых нет, поэтому оставим эти тесты для кого-нибудь другого. Мотор имеет хорошие низы, поэтому тащит буквально с холостых, но перекручивать его уже не хочется. Сегодня мы попытались провести драг-рейсинг специально для вас, соревнование между Авантисом и Регулмото, и выяснили следующий момент. Мотоцикл с подобранными звездами, такими как здесь, 13-35, сделан для того, чтобы вы имели максималку в районе 140 км в час, для того, чтобы имели хорошую экономию в районе крейсера 90-80 км в час. Авантис имеет тяговую конфигурацию звезд, хотя не самую тяговую, как вы понимаете, бывают конфигурации 13-47-45, у нас 13-43. И эти звезды нам понравились больше всего. И как вы видите, в сравнении, в динамике, мотоцикл все-таки не уступает ни на грамм, а даже мне показалось, что где-то набирает бодрее, чем этот экземпляр. Но опять-таки, мотоцикл для разных назначений, и поэтому для дороги этот вариант, мне кажется, просто супер. Экономия, динамика хорошая, прекрасная эластичность двигателя, это заслуга 174-го мотора. И в целом, если вы искали хороший, качественный мотоцикл, претензии на европейское качество, я бы сказал так, сделано все здесь очень добротно, за цену меньшую, чем 300 тысяч рублей, то такой экземпляр вам вполне может подойти. Ну а наш мотоцикл после тест-драйва продается, цена именно на этот мотоцикл вас порадует. Ну и еще вторая часть нашего ролика посвящена сегодня, она так, бэк-кадром шла, тесту вот этой вот мотокуртки от компании Хайзер, приобретенная нами на сайте Bike4U. Сегодня я проводил ей полноценные тесты на продуваемость. К сожалению, но непромокаемость она не прошла тест, я думаю, справится полностью. Значит, какой плюс? Куртка из толстого материала, она непродуваемая, все молнии, утяжки, резинки, все работает, все классно. Но сегодня у нас 32 градуса тепла, я стал просто мокрым насквозь. То есть продуваемость, несмотря на то, что я снял подкладку, которая здесь есть, недостаточно такую погоду. В общем, это куртка для холодной погоды. Кому интересен данный экземпляр куртки, а также вторая куртка, которую взяли Диману оператору, и ролик есть у нас на основном канале, ссылка будет в описании. Кому понравился наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, также проходите на наш канал Димас ТТР Лайф, подписывайтесь сюда, пишите комментарии, желательно не глупые, мы отвечаем на 90% из них. С вами был Диман оператор и Диман без бороды ведущий. Да, как, ребят, как всегда для вас, как вам нравится, как обычно. А также сегодня нам помогал для съемок с воздуха профессионал в этом деле. Андрей, не борода, не без бороды. Андрей Щетина, назовем его так. В общем, третий член нашей команды на сегодняшний день. Надеюсь, съемки с воздуха вам тоже очень понравились. Всем пока! Всем пока, ребят!